Здравствуйте, ребята. На заднем фоне у меня кобылка, русский тяжеловоз. Небольшая по росту, но такая жопка у нее, позавидует любая дама. Шея. Покажи шейку. Мощная кобыла, но невысокая, где-то 1,55 м в холке. Мы ее продаем. Она со всеми, ребята, племенными документами. Русский тяжеловоз, 6 лет, заезжена под верх, заезжена в сани, заезжена в воз. Тягали барану, плуг не тягали, но это, я думаю, исправить не проблема. 1600 условных единиц мы ее продаем. Так что пишем. Вита! Кому-то повезет. Ножки все у нее ровные. Смотрите, я вам покажу. Вита, пройдись, пройдись. На, Вита, на! Это! Иди, морда! На, Вита, на! Ну, не прогоняется она, короче, она очень... добрая. Она будет ходить за человеком, как собака. Так что, кто приобретет такую лошадь, получит огромный бонус чувств от ее. Да, Вита? Покрыта пегим жеребцом на июнь 2024 год.